Всем привет! Значит, сегодня речь пойдет вот об этом переходнике DisplayPort HDMI. Видите, он даже еще в заводской пленке. Так он у меня и не заработал. Да, кстати, не только у меня. Носили его по разным устройствам, по разным компьютерам, в разные видеокарты сували. И он не работает. В общем. Сейчас я буду разбирать. Надеюсь, у меня это получится. Так сказать, без проблем. Вроде вот он уже тут что-то пошло. Самому интересно. Ну, кому интересно, видео будет длинненьким. Не знаю, может, я его смонтирую, потом оно будет покороче. Ну, а сейчас смотрим. Сейчас найду какую-нибудь ковырялку. Может, я его починю. Что, конечно, я сомневаюсь в этом. И буду ковырять. Наверное. Так. Ковырять буду вот таким вот этим. Если он сюда залезет, это будет очень хорошо. Так, его надо немножко облагородить. И не гори. Сделать немножко остреньким. Так. Если мне не хватит силы. Опа. Опаньки. Вы видели это? Он открылся. Вот у нас что? Декоративная заглушка. Вот так вот она выглядит. Ну все, он даже не пострадал нисколько. Так, что тут у нас? Ага. Вот у нас тут что? Тут вот такая вот контроллер, это или микросхема, не знаю. В общем, HDMI на ней распаян. Так, ну вроде он не шатается. Все тут вроде хорошо. И что тут делать, я не знаю. Пыль какая-то. Точно пыль. А, это контакты 3, 5, 9. В общем, сейчас я вам покажу. Откуда тут пыль, интересно? 4. Ага, у двух сторон контакта. Я так полагаю, вот в этой резине распайка. Вот, видите, вон они контакты. С этой стороны, вот, и с этой стороны. Так, порт HDMI вроде припаян нормально. На крышке этой платы нет ни единого слова, ни одной буквы. В общем, так. И как нам тебя? Блин, тебя ведь. Так, если мы тебя демонтируем, то, в принципе, можно.
Точно, да? Так. А если мы разберем вот эту часть? Здесь у нас что будет? Она вроде тоже должна разбираться. Давайте попробуем. Хотя нет, вроде. Вроде пошла. Даже ничего не сломал. Так, и с этой стороны надо отщелкнуть. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, как все здесь. Распаяно и залито. Термоклеем. Ну, я скажу, сделано это хорошо на самом деле. И кабель экранированный очень хороший, смотрите. Вот там фольга или что-то наподобие нее. И вот так вот все распаяно вроде. Хорошо. Вот так вот это все выглядит. Изнутри вот кому надо. Будет ремонтировать, с какой стороны какие по цвету провода. Так, а мне что с ней делать? Света побольше, я даже не знаю. Если только знаете что. Блин, он не будет же звониться, да? Если прозвонить их. С проводами. Но я сомневаюсь, что они будут звониться. Потому что если сюда напряжение подается, там сколько все равно же? 5 вольт есть, наверное. То отсюда выход, по идее, тоже должен быть. Не знаю, может у нас нерабочая вот эта вот микросхема. Или контроллер, что это, я не знаю. И обозначений нет никаких. Чтобы посмотреть в интернете даташит на нее. Что она вообще, что у нее там внутри, что она делает. Какие контакты замыкает. Этим управляет, что он там переименовывает, переназначает. Хотя, наверное, все должно быть просто. Нет, здесь порваться, по-моему, если только вот пайка плохая. Вот не могу понять. Тоже не смогу. Проверить. Ну вот, в принципе. Попробую. Друзьям в сервис отдать, пусть они там уже, если они вообще возьмутся за такое, нет, посмотрят, проверят ее, что тут к чему, и потом скажут мне уже, так сказать, заключение. Все, всем пока.